Итак, всем привет! И сегодня мы продолжаем наш летсплей за Тимуридов в Европе Универсалис 4. И там сохранение, Great M. Великие Моголы, проверим мы. Сложные, исторические, да, все. Запускаем. Так, и что же, на что мы там остановились? Учил перемирий, да? Да, Мултан, Мивад, Джангладеш, Дели, Узбеки, Резек, Золотая Орда, Табаристан. Покорили мы Табаристан. Вот сейчас бы, конечно, начать войну с Каракаюнлу. Но тут есть незадача. Военный союз с Османской империей. Надо подождать, пока османы в войне с Сербией. Ну, я думаю, это их не остановит. Да, они все равно присоединяются. Это не столь важно. Проход территорий. Ну, давайте-ка пока ускоримся, потому что у нас восстаний нет. Все стабильно, хорошо вообще. Вот видите, все исчезло. Прекрасно. Вот, наверное, нам нужно сделать такую вот вещь. Форсировать исследование административных технологий, чтобы как можно быстрее. Кого бы еще можно было бы напасть? Белуджистан, кто-то из союзники. Нет, что? Где это? А, это у нас здесь, да? Хаса. Ников нет. Ну, вот на Белуджистан можно напасть попробовать. Или даже на Армуз. Ну, Армуз нас любит. Конечно, сделать было вассалом, но дипломатических отношений так 4 из 4, так что... Каракаюнлу напала на Хассу. Угу. Это все очень нехорошо, на самом деле. Скорее всего, она ее теперь завассалит. Три вассала, османа нет, четыре у нее. Итак, четыре отношения дипломатических. Оскорбили они нас еще, да? Нет, к сожалению, никак не могу на них напасть. Тогда, возможно, стоит надавать по шее Белуджистану, да? Чтобы получить хоть какие-то денежки с него. И заодно, получается, мы начнем войну с Неджем. У Неджа есть флот, скорее всего. Я так подозреваю. Тимуриды, Белуджистан, Гуджарат. Давайте тоже сюда домой. Давайте-ка сходим мы в поход на Недж. Немаленькая победоносная война. Чтобы наши солдаты не засиживались. Уф-уф-уф-уф. Яркент, что-то вообще какой-то бесполезный союзник. Давайте-ка, может, что-то династическим браком. Ну, действительно, ладно, до этого момента оставайтесь моими союзниками. Как только династического брака не будет, наверное, разорву я с ними союз. Они бесполезные для меня. Ну что ж, Белуджистан. И типа демонстрируем эти свои превосходства. Ой-ой-ой. Давайте-ка все должны сюда. Разбили Белуджистан. У меня же 40. Ух ты, я ж поделаюсь. У нас всего 28 отрядов. С этим надо что-то делать. Надо сформировать.
родимый полк. Ну как, не родимый, родной полк из родных юнитов. И полк, наверное, сформировать еще из наемных юнитов. 4 штучки. И один родной кавалерист. Идем дальше. Так, судя по всему, Медшу вообще поддержал, не поддержал. Поддержал таки Медшева. Ну, тогда нам нужно собрать сейчас весь наш наемный корпус и отправить его воевать. Ага, вот они пришли, осаждают нашу крепость. 3 полками, но этого даже недостаточно, чтобы ее осадить. Так что, извините, ребятки. Сюда к нам вам не пройти. Плетутся вассалы понемногу. Давайте ускоримся немного. После Неджа надо, конечно, дождаться, когда закончится перемирие с Дейли, чтобы спокойно на него напасть и разбить. И аннексии Мултана, наверное, да, вот сразу надо улучшать с ним отношения. Займемся его аннексией. Одна из первоочередных таких задачек сегодняшних — это аннексировать Мултан. 6 полков у нас здесь. Куда? Стоять. Ну сюда нельзя, понятно. Закончилась война у Каракуюнгу против Хассы, и она закончилась тем, что просто Хассу присоединили к Каракуюнгу. Ну а нам надо ждать, пока османы, видимо, придется ждать, пока Польша, Венеция, Мелюки, соперники Арагон. Вот, значит, нам надо ждать, пока Арагон изобьет Кастилия, и он станет слишком слабым, чтобы быть соперником османов. Будем надеяться, османы выберут Каракуюнгу как соперника своего. Но рано или поздно, в любом случае, их выберут как соперников, вот тогда мы с ними и повоюем. Это, конечно, может затянуться. Но воевать с османами до реформы государства мы, наверное, точно не сможем. Слишком уж они сильные. Да, ну давайте. У нас таковых проблем пока нет. Так, отлично, осада выиграна. Совершенно, конечно, горы. Так, объединяем здесь, здесь 5 полков, смотрим на лимит 38 из 78. Уже лучше, но это нехотя достаточно, наверное. Перемирие с Джели и Джингладешем подошло к концу. А это значит, что верно, это значит, что мы сможем напасть на Дели в ближайшее время и подчинить себе последнюю необходимую провинцию, которая у них есть, это саму Дели. Хотя торопиться с этим можно, не торопиться, все равно государство нужно сначала реформировать. А до этого довольно-таки далеко нам. Наследник никак не появляется. Это тоже нехорошо. Ух ты, у меня тут есть еще целый наемный полк. Делим пополам. Нет, постижим настаками у вас побольше, господа из Белоджистана. Земельки, возможно, мы сможем утяпать именно у Меджа. Так, Рамус.
предоставь-ка нам право прохода. Мы перейдем канал, нападем на Недж. Все, благополучно перешли, быстренько оккупируем эту крепость. И затем пойдем на их столицу. Да, я знаю, но она нас не интересует. Война, я тоже в курсе. Религия не интересна нам пока. Отношения. Пусть висят. Бесплатный военачальник. Не важно, это не важно. Неважно, религия тоже не интересна. Признает поражение. Нет, тоже не то. Сколько интересно, я вообще смогу затребовать с Белуджистана. Интересно. Ну, 31 монету. Чтоб не густо. Давайте. 2 июля. Сдалась крепость. Так вот. Отлично, наши вассалы взяли Калат. А мы тем временем спокойно будем продвигаться вглубь Неджа. Получим земельки на Аравийском полуострове. Но что путь к вестернизации все-таки, наверное, ближайший будет вот вдоль северного побережья Африки. А вестернизироваться все-таки, наверное, необходимо. Даже несмотря на то, что великие моголы могут очень неплохо себе настакать, могут очень неплохо удешевить себе технологии. Без вестернизации даже. Ну, я думаю, вестернизация все же необходимый процесс, к сожалению. Одна из таких неприятных вещей в этой игре. Потому что лично я не хотел бы вестернизироваться ни за кого. Потому что в Запад меня не тянет. Рынок. Несмотря на фокус на административных технологиях, дипломатически изучились раньше, да? Военные. А, ну в принципе правильно, стабильность приходилось поднимать. Вот, конечно, да, неудобно, очень расходный такой материал. И сейчас, если даже захватывать провинции, то придется расходовать эти административные очки на их национализацию. Поэтому это вопрос, сколько надо урвать у этого Неджа. Давайте мы что-нибудь предпримем. В чем мы? Малярит. Взять его не штурмом. Не получилось. Белуджистан сначала. Мы помиримся с Неджем. Осада завершена. Ну что ж, нет. Давай мириться. Значит, репарации. Вернешь национальные провинции.
себе я заберу, наверное, несколько провинций на побережье. Репарации, деньги, пара провинций. Разорвешь все свои договоры. 10 престижа мне. Ну, что-то вот так вот. В принципе, что-то мы от него получили. Возвращайтесь, давайте на родину, все это скомпонуем. Теперь Белуджистан, твоя очередь. Нет дипломата. Возвращайся, родимый. Но, смотрите, они за это время успели заработать денежек. Теперь заплатят нам поболее. Репарации. Верните в национальную провинцию. И мне его что-нибудь дадите, или... Так, я же не знаю, что это. Ну, чисто, чтобы увеличить лимит своего флота, можно, наверное, забрать у них все побережье. Да, пускай вот так будет. Что еще? А, отказ от претензий на Амус. Еще вот можно такого. А, больше ничего, да? Даже престижа не настакает на нас. О, ладно, ничего страшного. Подпишем мир. Мултан. Что у нас с Мултаном? Вот. Что мне необходимо? Заключить с ним династический брак. Построить. Дать возможность строить храмы. Несколько, наверное, даже заложим. Здесь. Или еще у нас провинции есть побогаче. Что, двадцаточки больше даже нет нигде. Ай-яй-яй-яй. Давайте на 13. А вот 16 есть еще. Рынки. В первую очередь рынок надо построить здесь, в столице. Потому что она является торговым центром. Других торговых центров у нас нет, поэтому, не знаю, вот троечка хотя бы есть где-нибудь. 2, 2, 2, где-то 2,8 я видел. Здесь вот 2,8, да? А вот троечка есть. Сюда. И, ну, давайте вот тут 2,8 построим. Беспорядков не так много. На эти у нас не хватает, получается, очков, да? Хоть и национализируем, потому что хватает. Сколько там сверхрасширения само по себе? 23, ну это, в принципе, немного. В принципе, подождем, потерпим мы с национализацией. Остального. Сейчас мы белуджистанские национализируем, которые там по 30. Следующую. А те, что чутка подороже, их пока не будем трогать. Угу. Каракуинлу теперь напала на Недж после нас. Ой, не нравится мне все это. Если они еще и в Аравию мне дорогу перегородят, это будет, ну, очень печально. Ребята, давайте-ка мы отменим проход войск. Ну, в принципе, если они захватят нет, что можно будет отправиться на юг через Оман и Йемен, выйти в Африку и потом на север через Мамилюков, но, конечно, хотелось бы все-таки через центр пройти. С другой стороны, если идти через центр, здесь мы встретимся с османами, которые начнут захватывать мамлюков. Да, но этот союз, конечно, вот я прям
не очень это круто звучит, там, плачусь то, что Каракину заключила союз с османами, но это действительно как-то уж совсем. Такое бывает, наверное, один раз из ста, и вот сейчас такое выпало, и мне это, ну, очень не нравится. Давайте поделим пополам, все-таки тут земли совершенно нерабочая такая инфраструктура, прям как в России, наверное. Только здесь еще и горы. Больше там сколько здесь выдерживает? 11 тысяч человек. Ну нормально, 11 тысяч, он начинает помирать. Прекрасно просто. Армуз, кто твои союзники? Йемен, Хиджаз и Белуджистан. В принципе, можно будет даже и Армузу объявить войну в итоге, да? Его поддержит Шамар. Белуджистан его не поддержит. А вот Хиджаз и Йемен... Джесс и Йемен поддержит. Если Оман сделает союзника, может быть, он поддержит нас. Ну, пожалуй, воздержимся пока. Давайте снова ускоримся. Наследник 2-3-3. Ну, алло. Алло так алло. В принципе, вроде как неплохо. Такой средненький наследник сойдет. К сожалению, Аллах нам не послал такого же наследника, какой наш хан, но... Тот тоже, в принципе, терпимый. Четвертый уровень военного дела. Что у нас здесь? Четвертый. Ну, вот османы впереди планеты всей у нас в нашем регионе. Третий. Ну, в принципе, четвертый вроде звучит не так уж плохо. Шарджинские, белуджистанские, оманские. Шарджинские это вообще где? Средства в казну. И давайте увеличим престиж. Денег у нас так достаточно. И прирост идет. Давайте-ка разберемся, где это у нас. Куависм. Вот он, да? Куазвин или что-то. Куавасим. Нет, это не он. А вот он, Куавасим, это получается. Давай-ка на родину. Чувак, давай-ка нам снова право прохода. Белуджистан это Гвадар. Здесь, наверное. Белугвадар Чабахар. Да, действительно. Всех трех давайте продвигайтесь. Все равно ничем не занимаетесь, хоть будете восстание подавлять. Кент. Тоже будет где-нибудь в Узбекистане. А нет, с Яркендом, да? Опять нужно нам этого. Узкент. Ну и Яркент пока наш союзник, нет смысла на них нападать. Культура у них узбекская, казахская. У нас узбекская культура признанная, да? Туркменская нет, хорасанская нет, афганистанская нет. Ну, для этого, конечно, нужен будет гуманизм, чтобы признать побольше культур. Ну, до гуманизма нам еще дальше, чем до реформаторства даже. Потому что сначала надо все это реформировать дело. Потом, наверное, изучить какую-нибудь, возможно, военную технологию. И только потом перейти на гуманизм. Давайте введем карантин, дадим ему умереть. А то не первая эпидемия, это что у нас там? Шанс 75, вероятность соседней провинции. Нет. Ой-ой-ой-ой, я случайно на это нажал. Господи. Да, ладно. Будем надеяться, что нам повезет. Это что-то я, конечно, дернулся палец не вовремя. Ладненько, неважно. Вот. Нет, здесь мы введем карантин. Уже.
Ага, Муртан стал 200%, точнее 200 мнений обо мне, где-то я это провтыкал. Начнем, пожалуй, его аннексию. И прекратим улучшать отношения. Что у нас там? Бенгалия и Синд. Синд, ну Синда почти нет, Бенгалия далеко. В принципе, можно заключить союз с Джанпуром и вместе с Джанпуром раздавить Дели. Вот так мы и сделаем, только сначала. Кавасим чуть не хочет успокаиваться. 5 лет, 4 года. Аманский это у нас. Да, суха. Но все, даже солдатам не хватает, ничего себе. 81 наш лимит, теперь 35, все, ну давайте 40, хотя бы до 40 доведем. 4, 5. Хотя сумма, у нас 28 тысяч уже, ну давайте хотя бы даже до 45, не до 40. Все-таки больше половины лимита держать, потому что я не знаю, когда там выпадает этот неприятный дебаф на неуважение к воинским традициям. Так, кавалерия здесь делается, давайте сюда и здесь, так что все вот сюда. На выпуск получится довольно-таки скучным, я так думаю. Потому что повоевать ни с кем нам не удастся. Ни с кем таким значимым в ближайшее время. Каракаюму, ну вот видите, да, Тьева, она сейчас неджа, стала еще больше и сильнее. Один на один было бы с ней неплохо повоевать, хотя один на один, наверное, она значительно слабее, чем тимуриды мои. Но вот эти вот османы, а вот Венеция, Корфу, Нексус, Госпитальеры, ну-ка. Ну все, они присоединяются к войне. Несмотря на то, что идут в наглую расширяться на запад, они придут помогать и на восток, это как пить дать. В принципе, да, они уже выиграют на 56. Значит, скоро они уже пойдут на мамилюков, я так думаю. С мамилюками мир. А, ну они вассалы, получается, османов. Мамлюк, с мамлюком перемирие. Ну, я думаю, этих скоро сожрут османы, значит. И сами попрут на мамилюков. Репарации 23 монеты, это, конечно, небольшой пока доход. Надо догнать его хотя бы до 50 монет. Ну, мнение Каракаюнлу не насрать, оно и так там минус сколько, и вряд ли оно станет лучше. Ну, давайте-ка мы назначим просто новых дипломатов, увеличим количество очков и не будем париться.
Так, а вы знаете что? У меня откатилась, кажется, война с узбеками. Да, действительно. Что у нас по армии узбеков? Там стоит 11 тысяч. Ладно, здесь мы ставим пятнашку. Этих выведем. Я думаю, тут раздавят все, что... Где? Ну-ка, стоп. Кавасим падает. Сухар. 10% это много. Нет, давайте пока мы все-таки не будем воевать ни с кем. Не нужно нам тратить солдат на восстание. Что можно построить. Еще трешка, да? Нет, тут пока мы не будем тратить эти 200 монет наш. Ах ты ж, какой ужас. Ну вот почему? Он же был таким молодым, а? И помер. Ну как так-то? Господи, это... Ни один ребенок не может быть ханом, новым правителем Бабур Киргиз. Киргиз, отлично. Бабур III Киргиз. Ну, кстати говоря, не такой плохой хан, опять же. 18 лет, 5-4-5. Солидный чувачок такой. Грех на него конкретно жаловаться. Так, пишут мне по поводу мультиплеерной кампании. Но если мне пишут, значит, видимо, он еще не пришел. Инквизитор. Что у нас там? Давайте-ка мы его, наверное, уменьшим. Стоимость технологий минус 1. Процент, ну хоть как-то. Оман. Ибадизм. За ибадистов мне дадут бонусы. Это плохо. Ой, блин. Не вовремя восстали. Конечно, это была не неожиданность. Что-то слабенько, видимо, да, рассортировал 5 этих отрядов сейчас. Разбили этих ребят, но ничего страшного. Все, мы раздаем мятежников в большую часть. Давайте наш Бабур III Киргиз сам займется этим. Да, до реформации, конечно, династия у меня, я так чувствую, не устоится. Потому что ханы такие... Нет, кочевые ханы имеют свойство умирать очень в раннем возрасте. Как ни странно, то есть вот вы видели, там 20 с чем-то лет был ему прежнему хану, он помер. Что-то мне подсказывает, что у них какие-то модификаторы есть, ну, помогают этим ханам умереть другие ханы. Точнее, те, кто метят на их место, помогают им умереть, видимо. У нас по лимиту флота уже можно построить еще два корабля, отлично. Давайте мы построим еще два барка. Один барк сюда, и тут все дело мы законсервируем. Сорок один, ну еще 9 отрядов, наверное, можно нанять. Еще 7, да? Туманские сепаратисты. Кавасимские.
Званый вечер. Канделябры освещали каждый уголок большой залы вашего дворца. Музыка сотни танцевальных скрипок звучала везде и всюду. Ваше Величество, Ваше Превосходительство, Хан, иностранные гости и местные сановники приветствовали вас. Везде были утонченные беседы, смех, обсуждения, в общем, все напульсировало жизнь. Взгляд прошелся по бесчисленным гостям, с кем же сегодня говорить. Добрый вечер, миледи. Тензи стал наследником. На это, видимо, он престиж уменьшился. Тёк. В любом случае уменьшится престиж. Неплохо. Но наследник со статами 3.1.3, со слабыми претензиями, ну, знаете, что-то не прельщает меня это. Зачем нам от непонятных каких-то миледи-наследники приглашение на Ильдарфитер? Видимо, это Син что-то там устраивает. Ну, окей, пригласили. Спасибо. Дели. Объявили войну Кашмиру. Это не что-то у них вернуть. Ну, еще глянем на лояльность вассалов. Тут Табаристан вызывает у меня вопросы. Нет, плюс один, 17, в принципе, сойдет. Ардуан бы, конечно, покормить. Закрытый путь на запад, это, конечно, грустно. В этом закончится со мной их мир. 75-м аж. Всех отделим. Это войско перетащим сюда. Это вот сюда. И сформируем наемное войско, чтобы все-таки сходить к узбекам. Немножко их побить. Поднимем свой дипломатический вес. Чтобы он поменьше падал, наверное, назначим третьего соперника. Так и быть. А, так у меня... почему это Каракаянлу перестал быть моим соперником, интересно? Ну-ка, я у них соперник. Но я у них тоже, кстати говоря, не соперник. Но ненависти у нас друг другу хватает. Не, ну все-таки давайте, наверное, назначим мы соперники. Блин, зараза. Каракаянлу. И кого? И мамлюков, наверное. Чтобы дебафы не спадали. Как-то вот так. Так, ну что ж, судя по всему... Судя по этому дикому спаму. Господи, да успокойся ты уже. Судя по этому дикому спаму, сейчас мне надо идти играть в мультиплеерную компашку. А летсплей мы продолжим, наверное, в следующий раз. Скучная получилась такая часть. Но ничего не поделаешь. Придется ее на этой скучной ноте закончить и сохранить до следующего раза. И там наш Great M. Сохраняем. Что ж, до новых встреч.